Новые работы серьги. Посмотрите, вот это аквамарин. Трансформер. Они снимаются, можно переставлять на другие серьги. Вот такие вот красивые. И небольшие такие вот как бы фианитики, да, вот в этих вот замочках, в швензиках. Вот эти серьги просто, они такие, видите, какие висячие, красивые тоже. И материал здесь хороший, премиум класса, 14 карат. Вот такие вот вставленные красивые фианитики, которые все переливаются, сверкают, очень красивые. Очень красивые. Так, на маникюрчик, пожалуйста, не обращаем внимания. Мне просто сейчас не до этого, не до маникюров. И вот здесь вот сережечки вот такие. Вот они тоже трансформер. Их можно снимать на другие, да, вот такие вот. Это обсидиан. Посмотрите, какой он красивый. У него такие блики интересные. Видите, какие? При разных поворотах, да, или, допустим, да, у него вот такие блики красивые. Видите? Вот такие кольца. В общем, красивые серьги. Хотела сюда их подвесить, но у меня не получилось, потому что повесила вот эти. Ну, я считаю, в общем, удали сережечки, если вот так вот их рассматривать, да. Ой-ой-ой, стой на месте. Вот такие вот, ну, как бы вот так, да, это вот вверх. Застежки хорошие, все падает. Ну, тяжесть немножечко, это легкая, да. Ну, в общем, показала вам аквамаринчики вот такого цвета, голубенькие, да. Они вот как есть, так и такие и есть цветом. Вот застежечка хорошая, что там, замочки хорошие, серьги красивые, на ушках очень красиво смотрятся. Вот, вот эти сережечки, они не маленькие, они такие, я еще их потом поближе покажу, сниму, они такие, ну, такого хорошего размера, да, видите, они как будто кажутся черные, но на самом деле, когда начинаешь их вертеть, крутить, у них начинается вот такая игра цветов. Очень красиво. Я потом еще поближе покажу. И сейчас я вам поближе покажу. Посмотрите, видите, они не маленькие. Посмотрите, как они переливаются. Очень красивые. Обсидиан — это такой камень. Он тоже от сглаза идет. Он приносит, ну, в общем, своему хозяину, ну, позитив, эмоции хорошие. И убирает все плохое. И приносит только хорошее. Вот такие кольца, они трансформеры, они снимаются. Я уже говорила, видите, они не маленькие. Вот такие красивые, очень красивые. Вот. Вот эти вот, сейчас поближе тоже покажу. Видите, какие они. Вот. Уже очень симпатичные. Красивые сережечки. Очень красивые. Аквамаринчики голубые. Они же разные бывают, аквамарины. И вот эти вот тоже. Посмотрите, как они красиво смотрятся. Такие вот, как можно сказать, сосульки или нет, или не сосульки, ромбики, наверное, скорее всего. Посмотрите, как они переливаются. Просто шикарные. Просто шикарные. Далее, вот такие серьги. Чароид, вот это чароидик и розовый кварц. Вот это вот. Смотрите, какие шикарные, красивые. Такой чароид. Ой, кто знает, тот знает. Чароид, да, видите, сережечки тяжелые, подставочка она совсем такая легенькая, да.
и все падает. Надо руками поддерживать вот так просто. Вот обратите внимание, вот такая красота. Вот видите, они просто немножко тяжеловаты. Не то, что тяжеловато, они вообще легенькие. Но подставочка очень легкая. Вот, они легенькие сами по себе. Вот такой чароид, кто разбирается, тут разбирается. И розовый кварц. Вот такие висячие красивые серьги. Швенцы здесь 14 карат. Вот. Я считаю, очень красиво смотрится. Вот. Кто хочет, пожалуйста, заказывайте. Повторить всегда можно. Материалы у меня имеются, я всегда это говорю. Замочки вот такие. Здесь даже проба стоит вот на этих, видите? Сейчас покажу вам. Ну, в общем, поближе потом сниму, покажу, если вот сейчас вот получится у меня снять. Видите, много блестящего, да, и ну, здесь стоит проба, что это 14 карат покрытие, специальное такое. Ну, в общем, как-то так. Красивый очень розовый кварц и чароидки тоже красивые камушки. Чароид вообще редкий, ну не то что редкий, он уже все, его больше уже не будет, его уже как бы он закончился, его уже весь собрали, выкопали, вот, поэтому так. И он очень дорогой скоро будет, хотя он уже дорогой, не дешевый, по сравнению с розовым кварцем, да. Розовый кварц, посмотрите, какие ромбики красивые, смотрится очень шикарно. Вот, если кто-то желает, я могу также чароидики сделать также вот висючками такими. Может, я даже сделаю, потом покажу вам. Вот. Ну, красота, красота. Мне самой нравится. Следующие вот такие тоже серьги. Очень красивые, очень такие, знаете, эффектные. Серьги тоже трансформеры. Они снимаются, вот эти колечки. Можно на другие одевать, да. Видите, вот такой камушек, он как АБ идет, это стеклом, как бы хрусталь, да, это хрусталь, скорее всего, АБ переливы. И вот эти вот камушки, вот у этих позолоченных, да, здесь идет агатик. Агатик, шунгит сверху стоит, и агат. Вот, камни очень хорошие. Видите, я специально так повесила, потому что мне сюда не подходит. Качество хорошее. Здесь тоже 14, по-моему, здесь даже 18 каратное покрытие. Ничего ему не делается, не облазит, ничего абсолютно. Чистится хорошо. Вот, пожалуйста, кто желает, заказывайте такую красоту. Вот. Сейчас я еще поближе покажу вам. Вот. Руки до маникюра не доходят. Каждый раз собираюсь, потом думаю, ну ладно, потом, потом. У меня столько дел, что у меня сейчас даже нет до маникюра, видите, поцарапанный. Ой, извиняюсь, тут у меня все. Ну, смотрите, какой камушек красивый. Он тоже не маленький. Сейчас я поближе еще покажу. Вот эти камушки, да, они очень похожи на камни Сваровски. Даже вот, если не знаешь, да, можно сказать, что это Сваровски. Ну, Сваровски это же обыкновенное стекло. Обыкновенное стекло. Горный хрусталь, можно сказать, да, или просто горные породы, да, стекла или хрусталя, можно так сказать. Вот здесь очень хорошее покрытие, очень хорошие эти швензы, замки, то есть очень такие прочные, это я уже убедилась, я сама такие ношу, у меня есть уже больше года, даже 2 года, им ничего не делается. Красиво очень сделано, здесь тоже такие фианитики идут, вот видите, мелкие, подождите, да, здесь мелкие фианитики идут. Так вот, если показать, видите, да. Симпатичные. И вот это, и в золоте. Но золото такое, знаете, оно более такое желтое, яркое. Ну, они очень красивые серьги эти. Вот.
Здесь вот такой вот агат черный и шунгит идет. Натуральные камни. Пожалуйста, кто желает, пишите. Вот. Такую красоту. Вот эти действительно богато смотрятся, да, рисунок очень красивый. Фианиты тоже, вон, видите, стоят. Очень хорошие. И вот я хочу вам поближе показать вот эти серьги, да, с розового кварца. Вот. Здесь стоит проба, как только мне ее развернуть, я не знаю, что вы посмотрели. В общем, у меня руки вообще пораненные здесь. Ну, это от уборки убирались, поэтому так как-то. В общем, не важно, стоит проба и стоит, да, ладно. Вот, красивые камушки. По размеру они вот такие вот, видите. И вот эти вот чароэтики, да. Тоже красивенькие такие. Такие вот швензики, замочки. Здесь такое вот включение черненькое есть. Ну, это нормально. Вот эти включения. Вот это нормально. Это допускается все. Во многих чароитах вот такие включения. Они чисто чароит, он очень дорогой. Если без включений, без всяких. Стоит очень дорого. Вообще камень стал очень дорогой. И скоро будет очень редкий, потому что он уже все. Заканчивается. По-моему, или закончился. Ну вот, присмотритесь к... Кто там что-то хочет, пожалуйста, пишите. Пишите мне в личку. Мои данные все есть на моем канале. Сообщество есть. И написано, где, по-моему, о канале. Да, вы заходите, там ссылки на Одноклассники, на что еще? Ну, на другие сайты. И всегда вы можете меня найти без проблем, да? Сейчас покажу свои браслетики, которые я сделала последний раз. Ну, это уже будет, наверное, другое видео, потому что...